Коронавирусных больных из Балаково теперь не будут возить в саратовские клиники. У нас наконец-то обустроили специализированный госпиталь для заразившихся COVID-19 на 110 мест. Приобрести все необходимое для оборудования госпиталя помогли балаковские предприятия. О том, как он будет работать, нашему каналу рассказала главный врач городской больницы Надежда Крючкова. Сегодня с 22 числа начал функционировать госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, который открылся на базе городской больницы клинической. И, соответственно, сосредоточение именно данных пациентов с такой патологией будет в госпитале находиться. В госпитале будут госпитализироваться пациенты с ковид-инфекцией не только из города Балаково, но и прилежащих районов Заволжья, то есть это и Духовницкий, и Хвалынский, еще ряд районов. То есть пациенты уже заведомо инфицированные, часть из них в тяжелом состоянии. Поэтому вот эта помощь, она как бы не только будет для жителей города Балаково, но и для прилежащих районов. Всего в госпитале будет задействовано 160 человек. Они работать, конечно, будут по сменам, там это достаточно серьезная вредность, то есть там часы работы определенные, они выходят и меняются. То есть следующий заходит состав бригады, совершенно снова одет в новые халаты, соответственно, во все средства защиты экипирован. И вот каждые 6 часов они меняются, соответственно, средства индивидуальной защиты каждые 6 часов тоже меняются. Скорее всего, наш госпиталь будет принимать пациентов из 7 ближайших районов Саратовской области. К примеру, уже сейчас обсуждается вопрос госпитализации женщины из Духовницкого. Первый пациент из Балакова уже проходит лечение под наблюдением балаковских врачей. Отметим, что в это же отделение будут госпитализированы балаковцы, которые имеют признаки заболевания и ожидают подтверждения наличия коронавирусной инфекции.